Всем привет! Сегодня мы снимаем третью серию третьего уровня. Основная работа – это работа на мешке, интервальная работа на мешке со взрывами. Это основная часть, и, конечно, будет разминка, конечно, будет заключительная работа и пару новых интересных секретиков. Сегодня начинаем тренировку, как обычно, с пресса. В прошлый раз мы делали 50, но сегодня чуть больше, 75. Простые упражнения, локтями дотягиваемся до колена. Колен. 75. Нормально. Следующее упражнение для разминки – это прыжки или так называемые отжимания с лобками. Но мы не делаем отжимания, мы делаем прыжок руками и ногами, прыжок и дотрагиваемся до груди. Засчитывается каждый раз, когда ты дотрагиваешься до груди. Понятно, касание. Да? Касание до груди. Ну, тут лучше хлопок сделать. Тогда делаем 30 секунд. Одно из любимых моих упражнений с маленькими гантелями. Работаем сегодня 5 раундов по 3 минуты с интервалом минуты, но это не будет отдых, это будет продолжение работы. Очень надеюсь, что к курсу ферзя мы дойдем до минуты до 30-40 работы. Время начинаем, да? Время начала. Сами понимаете, мы уже один раз делали в самом начале эти упражнения. Удары снизу. Одновременно можно практиковать свое положение на ногах, что не стоим на пятках. Вес тела всегда находится на носочках. Это когда работаем в ближнем бою или... Скоро заканчивается первая минута отдыха. Минута заканчивается, скажешь. Минута. А в следующие 3 минуты. Покажи 30 секунд, говори нам. Оп. Покажи 30 секунд. Статика очень важна для укрепления мышц, связок, сухожилий, для того, чтобы в любом раунде ваши руки не уставали. Тем более для бокса это очень важно. Очень скоро у вас должно в теории появиться усталость. То, что я вам говорил в прошлый раз, игнорируйте в самом начале эту боль, блокируйте ее, ее нет, она не существует, вы просто перебарываете саму себя. Уметь перебарывать вверх свою усталость. Есть уже чувство, да? Забиты просто плечи. Да, у меня вообще не глутся. Не гибкие. Нагрузка чувствуется уже. Уже, да? Да. Кстати, у меня самые маленькие гантельки. Ну ладно, уговорил. Оп.
Это только первый раунд идет. Как ощущение? Первое ваше желание, которое появится, чтобы опустить руки, пожалуйста, проигнорируйте. Не верьте себе, что вы не можете. Вы можете. А хочется, да, отпустить уже? Выбрал гантельки для себя. Оп. Минута отдыха. Замечаете, как отдыхается сейчас? Приятно. Оп, каждые 30 секунд. Так, ощущения? Кореш. Плечи. Горят. Оп. Они должны это делать. Горят? Как оно? Это только вторая минута идет. По-моему, второго раунда только. Представьте, мы такие будем 12 раундов делать. На одном этапе. Третья минута пошла. Песня вспомнилась. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Сколько душ я погубил. Оп, 30 секунд, терпим. И отдыхаем. Хелен, ты завтра скажешь, зачем я пришел? Мы еще основную работу не делали. Иногда я намеренно делаю физическую подготовку, вернее, физические упражнения до основной работы, чтобы, выходя на основную работу, уже уставшим. Намеренно. Хотя к подготовке к бою это нужно, надо делать наоборот. Основную работу делаешь, скажем, на мешке с партнером или на лапах, а потом уже дорабатываешь специальными упражнениями. Замечаете, как отдыхают руки? Приятно.
Вот как раз основная задача — научить ваши мышцы отдыхать во время работы. Вот, хорошее упражнение тоже, мне очень нравится. По 30 секунд. Другая рука. Заметили, да, мы делаем 3 минуты это раунд и 30 минут отдыха. Чисто боевой. Другая рука. Это вторая минута только заканчивается, да, по-моему? Ну, полтора минута. А, это полторы только пошли? Третье упражнение, да. Это только третье. А то я иногда путаюсь. Ну, будем путаться в лучшую сторону. Я только в лучшую сторону и путаюсь. Это просто лучшая сторона для меня в другую сторону идет. Минус, да, еще осталось? Мишу даже не перепутал. Это третий или четвертый раунд? Третий. Ну, просто напомнил вам, вдруг вам радость не стала от этого. Ну, молодцы, молодцы. Терпим. Завтра на всякий случай созвонимся. Узнаю, как у вас самочувствие. Мы стали включать эти упражнения. Вам болеть стало сейчас? Конечно. Отдыхаем. Перед боем снимаете эти упражнения? Ну, за неделю, за полторы, за две. Это за три недели. За три, да. Чтобы нагрузку снять, да, встречи? Ну, спать. Уже взрывная работа пошла. Да. Типа отжимания с лобками. Оп. Как самочувствие? Плечи уже затекают. Есть контакт. Должен быть. Не зря же мы это делаем. Чтоб кому-то было хоть плохо. Побежали. А? Как самочувствие? Отлично. Супер. Можно даже быстрее туда бежать, если хорошо чувствуешь себя. Может, я ж не сказал еще, пока всем бежать быстрее. Оп. Аэробическая, анаэробическая работа, она мешает, и постоянно у тебя ты должен здесь контролировать пульс, дыхание, во время анаэробики, а тут опять быстрее восстанавливать ее.
За счет того, что смешано, и мы продолжаем делать упражнения, мы приучаем наш организм к работе во время отдыха. Или отдыху во время работы. Побежали, отдыхаем опять. Важно дышать правильно. Это почти как в боксе. А он стоит же. Отдыхаем, да, по-моему? Да. Гантели у меня нехорошие. Нет. Натирает. Сиди, поменяемся. Нет, не хочу. Мы же не танцоры, которым что-то мешает. Заключительный раунд сейчас у нас пойдет. Правильно? Чуть назад дать. Полное распрямление. Ян, полностью. Следи за правой рукой. Вот то, что как раз переделываешь. Снизу удары. А вот сейчас можно немножко побыстрее. Лося вспомнил. Я говорю, пью, а мне все хуже и хуже. Прямые удары. Распрямление руки полностью. Вот, вот, вот. Снизу. Последняя минута пошла. Правильно? Я путаюсь. Мне можно ошибаться. Это 30 секунд последний, да? 30 секунд у нас. И побыстрее. Дышим, дышим, дышим. Работаем, работаем. Супер.